Привет, друзья! С вами вновь Владимир Павлищев и оператор Михаил Фоменко. И вы на Дунаев Медиа. Как и обещали, мы с Михаилом приехали вновь в это место, где ловили в крайнюю нашу рыбалку. И сегодня мы будем пытаться здесь ловить карася. В тот раз у нас была цель сазан, не крупный сазан, ну все, что похоже на сазана. А сегодня наша цель только карась. И надеюсь, у нас сегодня получится его поймать хоть какое-то количество. Погнали! Сегодня у меня состав прикормки чисто на карася, так как наша цель будет только карась. И будем пытаться ловить только карася. Я выбрал два пакета прикормки. Один из них чисто карасевая смесь. Это карась, чеснок. Это ж весенний корм, Вов. Не, ты заблуждаешься. Вот этот аромат чеснока, ну и вот эта прикормка хорошо работает, как и весной, как и летом, и также осенью. Чеснок и карась — это две неразлучные вещи. Это как ты и камера. Отлично. Так что я думаю, вот эта смесь будет работать очень хорошо. А второй вид прикормки — это Дунаев World Champion Дабл кориандр. О, да. Крутая такая штука. Смесь будет у нас очень яркая, с ярким запахом. И две прикормки имеют такой насыщенный аромат. И та чесночная — это кориандр. Я думаю, когда мы их смешаем, будет очень приятный запах. Запах черного хлеба с чесноком. Запах застолья. Да. Но вот эта смесь работает очень хорошо по карасю. Я не один раз ее использовал при ловле карася, и она работала очень классно. Надеюсь, сегодня она также будет собирать этого карасика, и он порадует нас своими поклевками. Единственное, что сейчас очень холодно, где-то градусов 5, наверное, 6 мороза, и замешивать прикормку, конечно, по такой погоде не очень комфортно. Это надо было сделать все заранее, еще со вчера, и приехать уже замешанной прикормкой. Но так как мы все это хотим заснять и показать вам, будем мучиться сейчас. У нас немножко дольше займет время приготовления прикормки. Наверное, где-то полчаса мы будем ее увлажнять, доводить до состояния, потому что в мороз она будет брать не очень хорошо влагу. Ну ничего, подождем. Да, ну а в целом-то все. Аккумулятор заряжен, вода налита. Приступаем к замесу. Хороший. О, толстенький, прогонистый, сосиска. Снял? Снял, да. Вода начала падать, уходить чуть-чуть.
Че, отличный карасямбур. Ну да, хоть что-то. Ну, правда, долго ты их ждешь сегодня. Ну а что делать? Они ж... Ух, ух, сейчас удочка улетит. Только не вставай, только сидя их лови. Чтоб из кадра не уходить. И, кстати, попутно можешь уже нам всем рассказывать. Ну, что тут рассказывать? Почему они у тебя так долго сегодня не клевали? Слушай, я как бы могу предположить только. Ой, слушай, а хорошие клюют, а? Ну, как, ладошечные. Отличный карась. Да, более-менее. Ну, сколько мы ждали, пока они начнут клевать? Да 2 часа, наверное. Да какой 2? Как бы не больше. Да? Так мы уже... Я даже вторую удочку разложил. Я-то начал ловить на одну. А потом, так как на одну удочку вообще не клевало, вообще не клевало, там сколько? Одна поклевка была на опарыша. Я уже и дистанции менял. Да, и дальше, и ближе, и... Не получалось вообще, не было поклевок, вот совершенно. И разобрал вторую удочку. Одну поставил дальше, а другую поставил ближе. И начал разбираться, где рыба. Ну, кстати, ты с насадочками стал экспериментировать. Да, ну вот я сейчас хочу об этом рассказать. Угу. Ну вот я 2 удочки поставил, они были обе на насадку опарыш. Опарыш, там, мотылек. Ну, и самое, что прикольное, ни одной поклевки на опарыша я и не получил. Ни изблизи, ни издалека. И как-то прям это меня аж беспокоило. Думаю, что ж такое? В чем дело? И решил попробовать поставить кукурузку на одну удочку. И потом так где-то минут через 15, наверное, через 10 получил поклевку на кукурузу. Потом еще одну. Потом поставил на вторую удочку кукурузу, и на нее тоже клюнуло. А опарыш молчит вообще. Ну, я знаешь, с чем связываю это? С чем? Может быть, что-то поменялось. Потому что мы когда начинали ловить, вот было очень холодно. Минус 5, минус 6. И солнца не было. И да, и не было солнца. Был вот этот пар, изморозь вот эта. Ледяной воздух. Да, да. А сейчас потеплело. Очень хорошо. И сидишь на солнце, даже жарко. Где-то по ощущениям сейчас, ну, не знаю, ну, плюс 4, плюс 5 точно. Ну, потеплело, да. Очень воздух сильно. Воздух, он морозный по-прежнему, но солнце пригревает хорошо. Да, и земля вся, которая вокруг нас, она растаяла. Да. Вот если мы могли по ней ходить не скользя, то сейчас ты идешь и прям... Я передвигаюсь прям с трудом сейчас. О, поклевка. Карась. Да, поклевки не быстрые, но они есть. И исключительно на бандюэль, да? Да, вот на бандюэль, только ловится на бандюэль. Сейчас даже могу ради эксперимента одеть опарыш, и поклевки не будет. Странно, да? Ну, что-то, не знаю, казалось бы, да, карась, опарыш, тут мотыль, должен его брать, но не хочет. Единственное, кто клюет на опарыше, это уклейка, изредка подъедает. Зацепился хорошо. Этот мелкий какой-то. И из-под той стороны карасик чуть-чуть крупнее. Здесь он помельче. Под там, берег. Где поглубже лазит, покрупнее караси, да? Да. Ну, там не исключена, кстати, поклевка и сазанчика небольшого. Но я думаю, сазанчика мы не вытащим, потому что поводок стоит тонкий, 0,11. Ага. И он просто его... А, подожди, вот так у тебя случился сегодня обрыв поводка. Да, у меня была одна поклевка, да. Это вот, скорее всего, вот он и был. Я побежал за камерой, я уже забыл, да, что да. У тебя, скорее всего, сазанчик там клюнул. Да. Я видел начало поклевки, не знаю, там тем, что у тебя дело закончилось. Ну, поклевка была хорошая, он прям загнул так. Ну, это, да, похоже было, и по сопротивлению было похоже на небольшого сазанчика, и он оторвался в итоге. Тут вот резкая бровка, прям вот тут моментально. Идет ровно и сразу резкая бровка. Вот он сюда вот залазит и там и остался. Утыкается туда, да? Да. Но это если удастся его довести. А если он все-таки клюнет там более-менее крупный, то я думаю, он отлетит на поклевке. Леска тонкая. Ага. Карася она выдержит в принципе любого, а вот сазанчик может ее
оторвать, потому что у него поклевки резкие, он разгоняется очень резко, и остановить его тяжело, это не карась. Даже мелкий, тем более он тут на течении живет, он тут очень сильный. А я смотрю, карасики такие, борцы здесь. Карасики, ты обрати форму у них, обрати внимание, какая у них форма. Я сразу это понял. Они как, похожи на амуров, такие как сосиски длинненькие. Какие-то, длинненькие, круглые все, не круглые, а они вытянутые. Сардельки такие. Да, да, да. Я любитель половить на мелководье карася, там вот на Малом Куосоге, ну ты знаешь, на мертвом Донце, да? Ну и ты тоже знаешь там прекрасно эту рыбу, она вся кругленькая. Ну, стандартная форма у карася, да. А здесь она отличается. Они здесь эти, торпеды, да? Да, так же, как и сазанчики, вот тоже, обрати внимание, которых мы тут ловили, они все тут прогонистые, они вот... Длинненькие. Длинные, прям... Живут на течении. Слушай, точно, да, ты хорошо прям заметил. Живут на течении, и вот форма у них от этого становится, потому что им приходится бороться с течением. Прокачиваться, да? Да, да, да. О, 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 о. Подъедал кто-то. Если есть, то маленький. Да, совсем мелкий, наверное. Но тем не менее... Тем не менее, да. Меньше 10 минут и поклевка. Ну вот расклевались. Туда для зимы прям класс. Вот, это совсем маленький карась вообще. Ну, и даже он не кругленький. Да, вот тут... Не, ну этот еще мелкий, он еще не принял форму такую. Он еще не... Да, это стандартная форма. Не прокачался, да? Да. Ну вот чуть-чуть крупнее, они вообще другой формы, они как сосиски. На кукурузу. Вообще, честно говоря, сколько лет рыбачу и не устаю удивляться, как может сейчас опарыш не работать, а работать кукуруза. Вот что он, почему ему не нравится? Ну, ты знаешь, Миш, если бы мы все знали, мы бы, наверное, уже всю рыбу бы изловили. Ее бы уже не осталось. Ну как так, зима, бандиэль, а как же опарыш? Ну, в голове не укладывается. Вода, во-первых, тут теплая, тут, по сути, летний режим как таковой. Ну, опарыша она должна брать. Ну, вот видишь, сколько мы просидели с опарышем, и сейчас, если его поставить, результата не будет. Сидишь просто и ждешь. Вот. Да. Что ему не нравится? Так самое прикольное, и с мотылем такая же история. Мотыль молчит, так это вообще... Да, на мотыля вообще не клюют. Да. Вот. Кстати, мотыля не трогает даже уклейка. Да. Это да. Что вообще такое? Какая-то интересная рыбалка тут. Ага. Ну, ты знаешь, она в этом плане и хороша. То, что не приходится возиться с насадкой, с мотылем, ну да, там, с опарышем. Кукуруза. Отличная насадка. Бандюелька, маленькую бандюельку выбираешь из банки. И карасик ее берет. Ставишь большую, он ее дергает. Толкает, но не засекается. Маленькая рыбка. Угу. Ну, кстати, да, согласен с тобой. В плане насадки бандюэль она идеальна. Да, ну все равно приходится вот выбирать. Тут поменьше насадочку. Тут есть зерна более крупные. Ищешь такую небольшую, что-то средненькую. Единственное, знаешь что? Опарыш, она плотная насадка. То есть опарыш, если ты клюет, да, там, ты понимаешь, что он еще там. А вот на бандюэле, если чуть-чуть клюнула, ты уже не знаешь, там она или нет. Ну, я наоборот, вот как бы. Да? Думаю, да. Тут, если ты правильно одел бандюэль, ну, за часть, за более жесткую. Ну, у меня вот так. Я на бандюэль когда сложнее. Ловлю, как бы, да, ну там как-то ухищряюсь, как-то одеваю, там, или так, или эдак. То все равно, если происходит там какая-то поклевка, и ты видишь, что я явно не доел, все равно есть такой уже осадочек, блин, а там ли бандюэль? Слушай, ну, как правило, когда происходит поклевка на кукурузу, это уже гарантированно рыба сидит там. То есть она ее съела, в большинстве да? случаев, да. Если уже начинается прям, то, как правило, это рыба там, пытается избавиться... уже от крючка. Да, он сосед тоже, кстати, поймал только что карася. Да, да, смотри, да. Смотри, хороший. Да, карасики начали проскакивать и у соседа тоже. Вот на бандюэль, когда мелкую рыбу видно, она дергает его, пытается высосать это, ага. Серединку зернышка.
ее видно, вот она там по-другому совершенно себя ведет. Ну да, да, да. Ну вот у меня бывало. Ну хотя, может быть, знаешь, может быть, это у меня связано с плотвой. Я на бандель часто ловлю плотву, и вот непонятно, там ли бандель, потому что у плотвы бывают одиночные поклевки, тынь-тынь. Вообще у плотвы, если ее ловить на фидер, такие воровитые поклевки, да. И засечь плотву порой очень тяжело. Тяжело. Вот у нее вот она как обдирает все, и нету там того же опарыша, мотыля и да. Ту же бандюэль. Но мне кажется, все-таки более устойчивая такая насадочка это кукуруза. Еще если ее... Вот. О, это я видел, хорошая. Холостой. Мимо, да? Угу. Ну, дергал хорошо. Я думал, честно говоря, уже там, что ему не понравилось. А, все, понятно. Кукуруза слезла на леску. И, а крючок не, и не закрыла зубы. Жало. Вот жало крючка. Прям закрыло. А бывает такое, через, этот, через лопатку слезает, да? Да, да, да. Вот сейчас так и произошло. И вот договорю насчет кукурузы. И особенно когда летом ловишь, иногда достаешь кукурузу из банки и кладешь на стол, чтобы она подсохла. Да, да. Вот она, когда она высохла, вообще идеальная насадка, она тверденькая. Очень твердая. И ее можно насаживать две штучки. Она высыхает, становится такая плоская. Уже. А? Узенькая. Узенькая, да. И две штуки на нее, на крючок. Вообще отлично. Знаю такое ухищрение, знаю. Особенно и карася, когда ловишь, и сазанчика. Ну и плотву, если крупную плотву ловишь, две. Да, насадки. Вот я крупную плотву так ловил на две. Такие узенькие. Она подсыхает, классно, да. Да, да. Ну вот она гораздо более устойчивая к сбиванию, чем опарыш или. Это подписчикам червяк на заметку называется такой лайфхак маленький, когда достаешь кукурузку на солнышко, и она подсыхает. Да, положить ее на стол, она высохла, и она становится более твердая. И ее не так сбивает. Так, Вов, а по удочкам расскажи. Ты когда. Я пошел там этот. Бродить. Да, вертолет этот летал у нас. Пытался там поснимать, а ты уже, смотрю, вторую удочку разложил. Что у тебя по удочкам сегодня? Ну, две удочки у меня. Одна 3,3. Это Волжанка Pro Sport. А вторая Волжанка тоже. Но серия Profi 2.0. 3,6 длиной. А катушки одинаковые, шоты 4000. Единственное отличие плетенки. На той стоит дунаевский дорогой тонущий шнурок плетенный, как он там, я не помню, как он называется, а на этой стоит восьмижильная плетенка тоже какая-то там, не помню, или дайва, что-то такое. X8 Braid, что-то типа того. Нет, вот здесь скорее всего там ЮЖК стоит. Или дайва, или ЮЖК, вот я не помню. Там, Саш, это... Дунаев. Там дунаевская плетенка. Синкинг, тонущая. А, я смотрю, цвет, да, у нее такой прикольный. Да, коричневый. Ага, такой темненький, шоколадный какой-то цвет. Да-да-да. На этой стоит кормушка у меня 90 грамм. Ага. Потому что там течение. И ставишь 80, ее несет, подрывает. Вот 90 — это минимальный размер, который удалось там остановить. Вообще, по-хорошему, туда даже где-то грамм 100, потому что течение сильное. Поддавливает, да? Угу, давит ее. А здесь, на этой удочке, стоит кормушка весом 50 грамм. Потому что... А, даже нет, обманываю. Тут стоит 60 грамм и с небольшим грунтозацепом. В итоге я перегружаю удочки жутко. Ну да, кстати. Но вот у этой удочки Т-40+, а я ставлю кормушку 60 плюс корм. Это, ну, это и... граница теста. Ну, скажем так, если не вкладываться жестко в заброс, то с удочкой ничего не будет. Можно даже поставить еще более тяжелую кормушку. Эти удочки очень прочные. Особенно вот Pro Sport. Я ими ловлю долго и знаю, на что она способна. Профи, ну, тоже довольно прочная удочка. И можно чуть-чуть ее перегружать. Но... Повторюсь, нельзя вкладываться сильно в заброс, прям резко кидать. Если вы перегружаете удочку, лучше маятниковым плавным забросом это делать.
и на ту дистанцию, куда вы можете спокойно, с комфортом, не сильно вкладываясь, забросить. Вообще сломать фидерное удилище достаточно сложно, но это нужно быть как бы таким очень резким парнем. Фидер на то и фидер, он создается-то с запасом. Как правило, удочки ломаются, ну, я не говорю там про брак какой-то, бывают, конечно, и удочки... Ох, как хорошая бы... поклевка. Да, бывают удочки, конечно, и бракованные, тут ничего не скажешь. Микротрещины. Ах ты, сошел, да? Прям тык, отклеился. Поклевка была на заглядение. Да, ну, в основном поломки происходят и по вине рыбака. Это или ударил... Или когда транспортировал, придавил. Или загрузил в машину, в окно высунул, да, и окно там, закрыл. Ну, тут вариантов поломок уйма. Ну, в основном, конечно, у фидера это ломаются вершинки. Ну, вершинки ломаются там, от перехлёста, там, от узла. Траву бывает набивает на шнурок, там, на узле, когда шок лидером ловишь. И забываешь об этом, тянешь, и динамично всё. Наматываешь, и все. Да, и только слышишь щелк, все. Тюльпанчик хрустнул. Да, минус вершинка. Ну. Да. Ну, я смотрю, катушечки там эти, такие деликатненькие. Ну, они не рассчитаны, конечно, для тяжелых весов. Я думаю, вот у них предел, наверное, грамм 60-70. Ага. Так, больше уже нежелательно такие веса таскать такими катушками. На механизм нагрузочка уже идет, да? Надо катушки уже покрупнее ставить. Ну, хотя люди ловят и такими, и, в принципе, эксплуатируют их, и они у них живые, работают. Ну, но все равно на грани, да, работают? Ну, они работают, ну, какой-то определенный период времени, а потом все-таки начинается уже износ, и начинаются люфты. Слушай, а монтаж у тебя, Вов, какой? Монтаж простой. Скользящий, как всегда, я, который использую. Ты можешь этот вы как раз перезабросить и рассказать про монтаж? Ну, давай, сейчас дождемся поклевки. И во следующем включении. Ну, что давай. Ты постоянно меня заставляешь вытащить монтаж, когда я ловлю, и показать. Да. Ты не можешь расслабиться меня. Совершенно с таким оператором. Отвлекаешь меня от рыбалки. Вот, ты присыпаешь, залипаешь, а я вечно прошу, ну давай, забрось, перезабрось, надень бойлы, смени поводок, поставь поводок 5 сантиметров. Да ладно, придумаешь, все у нас наоборот. Я постоянно, Миша, хватит спать, иди снимать, рыба есть. Да, конечно. Я вот сейчас, допустим, доем кукурузу, и ты вынужден будешь ловить на бойлы. Вот это меня и пугает. Я же и банку и забрал у тебя. Я думаю, надо туда... Просто двух опарышей туда запустить. И вот я только хотел сказать, надо туда насыпать опарыш. Ну, прикольная рыбалка. Вот сейчас прям очень комфортно, тепло. О, и рыба клюет. Да, вот глянь, как дергает. Да, о, есть. Ну, надеюсь, в этот раз он никуда не убежит. Ну, судя по ощущениям, неплохой. Ну, не, мелкий. Ну, приятно зимой такую рыбку доловить. Да вообще зимой приятно ловить на фидер, когда везде лед. О, отлично. Вот он. Вот его видно сейчас, видишь, это такой прогонистый карась. Вот они прикольные, слушай, длинненькие. Длинные. Круглый какой-то и длинные. Да. Он похож больше на плотву. Да. Вот по форме на плотву. Да, похож по на форме плотву. Реально плотва. Да. Сейчас обновлю кукурузу. Выберу такую средненькую. Крючок маленький. Тонкий. И еще, знаешь что, подсыпаю немножко кукурузы в прикормку. Тут буквально... 4-5 зернышек беру и кладу в емкость с прикормкой, и потом также их забиваю в кормушку. Чтобы такие лежали, эти частички, да? Чтобы было, да, что-то, чтобы рыбка что-то подъедала, крупные частички. Ну и карась пробует, съедает, а потом уже начинает искать именно кукурузу. Попробует вкусняшку. Ну да, тем самым ты хотя бы хоть как-то поддерживаешь точку в таком состоянии, да? Да. Чтобы она была постоянно интересна, да, рыбе? Ну, постоянно, чтобы что-то было. Прикормка, конечно, тоже хорошо, но крупная частичка должна присутствовать вот, в виде кукурузы.
можно давать также опарыша, мотыля, когда ловим там другую рыбу, допустим, ну или того же карася. Но в этом случае у нас это не работает сегодня. Хотя я тоже сюда давал и опарыша, но это не помогло нам. Ну вообще никак. Кукуруза как-то включилась и все. Да, что-то она ему гораздо больше нравится. Ну сейчас я ради вот эксперимента достану удочку и одену кукурузу. Ну, кукурузу. Опарика. Опарыш. Да, поменяю кукурузу на опарыш. Ну, кстати, вот на твоей практике наверняка были такие ситуации, когда ты буквально там в час или даже там в какой-то период времени ты постоянно меняешь насадку, потому что рыба явно этого требует. Ну, да, да. Периодически приходится менять. Бывает, просто меняется предпочтение у рыбы вкусовые. Она может брать или червя, или опарыш, или кукурузу. На какую-то из этих насадок ловится лучше. Кто там? О, прям хороший карась. Да? Я его даже не знаю, подсак что ли его взять? Ты куда ты? Нет, ну попробую, попробую поднять. Ну, поэкспериментируем. Эх! Вот он. О, слушай, ну это прям хороший. Вот. Ну это уже да, такой вот карась. Чуть-чуть крупнее ладошки. Хороший карасик. Вот. Это уже я весенний. Говорил же, что из-под той стороны чуть-чуть рыба крупнее. А, ну да, точно. Да, вот из-под той стороны. Это прям весенний чуть... формат. Во. Ну, да, уже. Уже такой размер похож на весенний. Отлично вообще. Вот давай я сразу покажу монтаж, чтобы ты от меня отстал. Давай. Вот, смотри. Вот, подписчики, видите, какой мне ценой дается показ монтажа. Выпросил. Да. Вот, смотри, у меня здесь отвод. Он одет на шнурок. Потом... Отводик с вертлюжком или на бисере на каком-то? А, нет, смотри, на бусинке, тут да? Просто отвод, вертлюжок и застежка. И в термоусадочной... Нет, ну вот сам бегунок, который бегает, это... Вертлюжок. Вертлюжок, да? Да, простой вертлюжок. Ага. Потом здесь у меня заготовка с фидергамом 0,8 диаметра. Ага. Фидергам Дунаев черного цвета. И здесь у меня не вертлюжок привязан, а бусина. Во. Да, вот ага. Здесь у меня бусина. Потом продета плетенка. Потому что я вижу, какой-то крупный элементик есть. Да, продета плетенка и сделан так называемая двойная петля. Вот, вот эта застежка скользит по двум шнурам, не по одному. Ага. Потому что... Он сложен вдвое. Да, да, да. Ну и, собственно говоря, на конце фидергама узел, и на него закрепляется поводок методом удавка. Он накидывается и затягивается. Он ага. не слетает вообще отсюда. Поводок в данном случае 60 сантиметров. 0,1. Крючок. А, крючок, если я не ошибаюсь, это 107 или 109 дунаевский. Это, ну, по сути, форма классическая сода. Тоненький, легкий, острый крючок. Крутяк. Ну, вот и все. Собственно, вот весь монтаж. Отлично. Это те монтажи, которыми я пользуюсь всегда. О, там клюет. Смотри, пока я тут разговариваю. О. Дергает. Можно я нет, вытащу? Нет, ты смотри за камерой. Вот сейчас его, ну, наверное, уже сидит. Да, сидит. Или, ну, если есть, то маленький, небольшой. Мелкий, да. Да. Это даже красноперка. Красноперочка. Красивая рыба. Да. Мне кто-то звонит. Как обычно, в самый неподходящий момент.
Ну что, Вов, рыбалочка на карасята. Удается, да? Ну, удается. Но сейчас притихло. А знаешь почему? Не, не знаю, я спал. Да, пока ты спал, она, рыбка ловилась неплохо, пока было солнышко. У меня на то и был расчет. А когда вот солнышко зашло, спряталось и стало прохладнее, и с клевом стало гораздо сложнее. Он не так активный стал. Поклевки реже и реже, да? Он снизил свою активность, да, и приходится очень долго его ждать, поклевку. Достаешь насадку, она не тронутая, и тут что-то, вот кто-то цепляет там, плавает. И особо не спровоцируешь его никак на поклевку, да? Я уже, что я только не пробовал. И мотыль, и опарыш, и кукуруза. Ну, вообще, если сказать, что опарыш или мотыль — это вообще зло сегодня. Рыба почти на нее не ловится. Там единичные экземпляры игнорируют. Были на опарыше. На мотыля почему-то вообще не хочет ловиться. Самая хорошая насадка сегодня — это кукуруза. Ага. Вот на нее ловилось неплохо, пока было солнце. Сейчас солнце спряталось и не хочет на кукурузу. Слушай, ну вот такие классические махинации фидерные, типа удлинить поводок, укоротить. Пробовал? Ну, скажу так, сегодня я не пробовал, но у меня на одной удочке стоит поводок 20 сантиметров, а на другой стороне удочки стоит 60. Ага. И это не влияет ни на что. Ага. Но это не улучшает, не ухудшает. Вот. То есть карасю по барабану на длину поводка? Да, я не заметил никакой разницы. Тут больше, наверное, предпочтение в насадке. Один момент, я начал подсаживать опарыша, и одна поклевка, вторая поклевка, третья поклевка на опарыша прям подряд. А потом, как по команде, все. Опарыша перестал брать, давай опять кукурузу. Черт его знает, что вот ему надо, почему вот такие резкие смены происходят. Сейчас у меня стоит две удочки, на одной одет опарыш, а на другой одет кукуруза. И две молчат. Ну вот иногда там на опарыше что-то подергивает, но скорее всего это вот мелкая уклейка. Все вернулось к утру, да? Да. Вот как было утром, когда было холодно. До того, как вышло солнце. До того, как яркое. Вышло солнце. Когда было солнечно, то и рыба ловилась хорошо, когда было тепло. А сейчас прям чувствуется, что температура опускается, и сейчас где-то градуса, наверное, 2 тепла. И активность рыбы сошла на нет. То есть я тебе могу сказать так. Сегодня все против оператора. Когда хороший свет, пасмурно, когда начинают виднеться все оттенки природы, когда хорошо снимать вываживание, ничего не бликует, не горит небо. Нет, рыба не клюет. Отлично, супер. Нет, она клюет, но просто когда она ловилась, а ты спал. И я пожалел тебя, не стал тебе кричать: «Миша, Миша, иди, бери камеру, давай снимать». Ну я так крепко уснул, спасибо тебе. Ты поспал, я тебе скажу так, очень хорошо и долго. Ты проспал весь клев. Ну, неправда. Несколько вываживаний я успел заснять. В таком немножко пошатывающемся состоянии, правда. Да. Ну, вообще, рыбалка прикольная тут. Она опять неспешная. Даже я, честно говоря, думал, что все-таки будет активнее, какая-то, да? Более динамичная ловля. Но получается, что нет. Ну, это классно, кстати. Ну, как бы рыбка ловится, но хотелось бы немножко быстрее. И хотелось бы ловить ее все-таки на одну удочку. Ну да. Ты думал, будет динамика с мелким карасем, да? Да. Вот три опарыша вообще не тронутые. Даже никто и не дотронулся до них. В идеале. Шевелятся еще. Слушай, Вов, ну а так вот, по-честному, ты бы посоветовал данный водоем для посещения и ловли здесь рыбы или не особо? Ну, когда стоит лед и людям хочется половить на фидер, этот водоем очень хорошо подойдет. Палочка-выручалочка, да? Да, когда люди не любят ездить на лед или
там не получается что-то. То... Или льда нет, как у нас это часто бывает. Ну, ты знаешь, если льда нет, можно и на Дону половить. Но только ловится в тех местах, где очень много народу и рыбаков, скопления. Кому это не нравится, могут, конечно, приезжать сюда. Здесь и природа получше, и тихо. Ну что, Вов, я предлагаю то самое. Закругляться. Ну, давай, наверное, мы еще минут 30, может, 40 половим и будем собираться. Как говорил оператор Тарас, который снимал наши с тобой зарубы, и начались последние 16 забросов. Да-да-да. Ну, тут хоть забросов нет таких частых. Вот поэтому их 16, это до ночи. Если 16, как бы не до завтрашнего дня. Да, сейчас уже будем скоро завершать нашу рыбалку. Прикормки осталось, ну, как бы немножко еще есть. Мы вот не меня это и тревожит. Не скормили все, еще чуть-чуть осталось. Ну, совсем немножко. Кстати, прикормка пахнет очень хорошо. Вот я сижу здесь, и запах, когда ветерок поддувает с той стороны, я чувствую такой запах черного хлеба, чеснока. Класс. И не хватает только сала и лука. А, слушай, помнишь, кстати, в начале, когда ты поставил ее и только начал ловить, ты хотел сказать о том, что... Или мы об этом говорили, да? О том, что она получилась у нас как... То есть ты смешал карась-чеснок с кориандром, и она получилась как карась-гибрид, самая первая Сашина прикормка. Да, вот которая упаковка белого цвета. Вообще запах один в один. И мне кажется, что даже если вот так вот делать, в такой пропорции смешивать кориандр и смешивать карась-чеснок чистым, то получается именно тот состав прикормки. Да. Ну, очень сильно похоже, очень сильно. Запах особенно... Напоминает. Прям, очень яркий. Ну, мне кажется, все-таки запах здесь чуть-чуть поярче, чем в той прикормке. Угу. Там более слабенький. Спокойный он, да, был там. Здесь очень сильный. Ну, как ты считаешь? Я думаю, сработал, да, сегодня он? Да, карась приплывал на ней, он ловился. Нельзя сказать, что наша прикормка его не привлекала, она привлекала. Ну, на фоне... остальных людей, которых здесь нет почти. Ну да. У нас рыба ловилась. Да. Ну, и, конечно, я шучу. Прикормка работала. Рыба, ну, видно, что точка жила, да. Да. Ну, вот все-таки какая-то закономерность тут присутствует в плане, наверное, погодных условий. Вот выходит солнышко, рыба ловится лучше. Угу. Солнца нет, рыба ловится гораздо хуже. Все-таки это сказывается, наверное, то, что сейчас зима. Точно. Этот зимний период влияет на рыбу. И как бы не было, вот хоть и вода здесь более-менее теплая, но это отражается на рыбе. И на этой прекрасной ноте мы сейчас вам покажем улов. А? И на этой прекрасной ноте мы показываем финальный улов и... И попрощаемся. И прощаемся. Не, ну я предлагаю еще чуть-чуть половить. Я предлагаю еще чуть-чуть и ехать домой. Ну, то же самое, только вид сбоку. Ну нет, ты предлагаешь еще чуть-чуть, вот твои еще чуть-чуть и мои еще чуть-чуть. Они кардинальным образом отличаются. Ну, люди еще прикормку замешивают, так что мы еще остаемся. Домеживаться. Есть и такие, да. Нет. Я думаю, знаешь, нам надо будет куда съездить с тобой. Куда? Я, наверное, съездю на разведку, на реку Маныч. Я там знаю место, где зимой рыба ловится. Но туда не хочется ехать, когда мороз. А на следующей неделе опять обещают мороз. И, ух, там вода холодная. Да? Угу. Ну да, там такое предлёдное состояние, да? Да, да, да. Ну там есть место, там течение, и в принципе она редко в том месте замерзает. И там есть плотва. Мы можем попробовать половить там плотву. Я съезжу на разведку, попробую там что-то поймать. А потом, если у меня мне удастся это сделать, то мы соберемся и поедем, поснимаем туда. А может, ты меня возьмешь на разведку? Ну, если ты хорошо себя будешь вести,
Бери меня, Вован, на разведку. Хорошо, я тебя возьму. Мне ж надо как-то оборудование донести до берега. Тем более, если там Яманыч знаю, что это за река и какие к ней подъезды. Если ты застрянешь, нам вдвоем будет проще выбраться. Проще идти за трактором. Да, мы не бросим Ниву в поле. Кто-нибудь один останется, а кто-нибудь один пойдет за трактором. Ну, наверное, так и сделаем. Посмотрим по погоде, чтобы не было мороза. И хотя бы, ну, пускай будет плюс один, плюс два. И поедем туда. Да. Потому что ловить в мороз, тут как сегодня с утра, тут все обмерзало и вообще... Да это кошмар. Не было большого желания. Я не знаю, как мои коллеги из Москвы, Виталий с Юрием, ловят зимой в мороз, там минус 15. Я просто поражаюсь, как можно ловить в такой мороз. Во-первых, надо одеваться, наверное, как капуста, там очень тепло. Руки замерзают. И у нас, кстати... Вот я обратил внимание, у них на ногу одеваются вот такие мотыльницы, и вся насадка на коленке, и у них на столе нету, потому что она замерзнет. У нас вот такая простая мотыльница. Слушай, ну и наши минус 15 и их минус 15 все-таки немножко отличаются. В наши минус 15 они не смогут ловить, потому что у нас очень влажный климат. Ты знаешь, я думаю, минус 15, оно и там минус 15. Минус 15, они и в Африке минус 15. Какой, понятно, если у нас ветер дует, у нас тут все 25. Но я просто к тому, что леска будет обмерзать, все замерзать. Да, снасть обмерзать конкретно. Кольца маленькие, тем более федерая, да, если эти вот деликатные удочки. Вот они ловят, они адаптировались уже как-то к этому. У них есть там свои, наверное, какие-то примочки для такой рыбалки. Да. Какие-то секреты. Ну, мне не очень нравится, когда у меня там все замерзает. Замерзают кольца, замерзает катушка, все обледеневает, и ловить совсем некомфортно. Я лучше посижу дома, пережду, когда будет плюс один хотя бы. Ну хотя бы будет не отрицательная погода, не отрицательная температура. И тогда мы поедем. Ну, хорошая идея. Я поддерживаю идею про плотву. Поехали. Да, надо съездить на разведку, потому что тем более сейчас, ну, реально, на Дону сейчас плывут льдины, и особо рыба-то не ловится. Да. Только в некоторых местах, ну, там не очень мне нравится ловить. Так, ну судя по тому, что мы уже записали минут 10, и ты ни разу не перезакинул, мне надо как-нибудь случайно рассыпать твою прикормку, зацепить ее. Не, я один раз перезакинул, я показал опарыша, что его не съела. Ну это очень слабенько. Ну вот, кстати, вот заметь, да, вообще, солнце ушло, и все, и... Выключилось. Рубильник закончится, рыбка замолчала сразу. Все, и домой. Когда вот начало было, был туман, да. Рыба не ловилась. Вышло солнце, начались поклевки. И сейчас солнце спряталось, поклевки закончились. 100%. Вот четко, все четко видно. Рыба четко говорит: домой. Езжайте домой. Я клевать больше не буду сегодня. Ладно, не буду тебя мучить. Сейчас будем собираться уже. Ну что, друзья, подошла к концу наша рыбалка. Миша уговорил меня все-таки завершить сегодня рыболовную сессию. Ну и пришло время показать нашего зимнего капризного карася вам, а затем отпустить его назад в речку, чтобы он подрастал до вот таких больших мордатых карасей. Ну что, показываю, Миш? Да, давай. Вот такой вот небогатый, но трудовой улов. Наверное, где-то чуть больше двух десятков карасей. Одна плотвичка, клейка и одна красноперка. Вот такой зимний улов. Сейчас мы эту рыбу поместим в ведро и отпустим назад в речку. Все, друзья, с вами был Владимир Павлищев и оператор Михаил Фоменко. И до новых встреч на Дунайв Медиа. Всем пока!